Всем привет! Сегодня бы хотел поговорить после получения рыцарского класса, какие у нас открываются таланты и конкретно что качаю я. У меня уже 24 уровень, и у нас закрываются все старые таланты, которые были до этого, и открываются вот такие вот 7 талантов, которые прокачиваются до 10 уровня максимум. Вот давайте посмотрим, что у нас за таланты. Первый талант — это сильный критический удар. Сила увеличивается у меня на 100%, но за каждую прокачиваемый уровень будет давать 10%. То есть за первый уровень у нас будет сила увеличиваться на 10%, значение крита увеличивается на 100%. Также сквозная решимость — это решимость возрастает на 10%, проникновение возрастает тоже на 10%. И соответственно каждый следующий уровень будет добавлять по 10%. Стойкий блок. Стойкость возрастает тоже, соответственно, с каждым уровнем на 10%, и значение блока возрастает на также 10%. Снижение сопротивления. Снижение сопротивления увеличивается на также 10% каждый уровень код. Сопротивление свету и воде. То есть увеличивается сопротивление данным стихиям каждый уровень на 10%. Сопротивление тьме и огню. Увеличивается сопротивление тьме и огню. И сопротивление электро и ветру. Также увеличивается сопротивление электро и ветру. Если у вас есть духовный союз, то вы можете вообще без проблем сбрасывать ваши таланты и бесплатно и перекидывать в зависимости от того, куда вам надо, в зависимости от мероприятия, в зависимости от того, куда мы сейчас пойдем, перекидывать на необходимые нам таланты. Качаются они камнями таланта, либо за адамант. То есть каждый камень таланта приравнивается 50 адаманта. То есть, соответственно, посчитать несложно. Нам где-то надо порядка тут 2500 камней таланта, чтобы прокачать следующий уровень. У меня там их не так много. Даже не помню, сейчас не скажу. 870 всего. Ну вот что из себя представляют данные таланты. На этом, наверное, все. Всем спасибо. Всем пока.